И всем привет, ребят, с вами я, Кирилл Денисов, и вы находитесь на моем Доклог 13 канале. Сейчас мы будем проходить игру Little Nightmares 2, точнее, это мой Доклог 15 Games канал, мой игровой канал. Сейчас мы будем проходить страшную игру Little Nightmares 2. Первую часть у меня не дошли руки, потому что у меня почему-то... я скачу, но у меня не получилось скачать. А вот эту игру у меня получилось. И это не бета-версия, это полная версия игры. Теперь у меня, как вы видите, сбоку веб-камера. Ну, не совсем веб-камера, у меня веб-камеры нет, но будут вот такие вот картинки. Вот. Например, смотри, сейчас я буду не с головой. Ну вот. Я все-таки головой не буду. Так. Это будет прохождение, буду говорить вам. Вот, мы появляемся вот таким образом. Также вот я лепил его. Вот он мой. Так, сейчас побежали туда. Пошлите вместе с вами. Разгоняемся. И крик. Опа, перепрыгнули. Опа, сюда. Полезли. Итак, идем. Оп, присели. Сохранение было. Ну, кажется, сейчас-то вы полностью погрузились в атмосферу игру. И, кстати, я не советую смотреть это видео, потому что оно 9+. Ребенком 6 лет нельзя это смотреть. И слишком страшные эффекты. Сегодня мы пройдем охотника. Лучше будем быстрее. Вот так чуть-чуть подвигали. А, ладно, полностью. Опа, сейчас надо будет побег, смотрите. Успел. Вот здесь такое вот хотели пошутить над вами и сделать скример. Ну ладно. Я просто... Сегодня мы придем охотника и дойдем до учителя. Скорее всего, дойдем до учителя. Вот видите, иногда бывают такие моменты. Ну это пофиг. Мы будем проходить полностью игру. Первый раз, когда я только проходил в больницу, где эти манекены, я их проходил примерно 2 дня. Но в этот раз я буду их проходить, ну, надеюсь, пройду очень быстро. Потому что я, когда ко мне приехал друг, через несколько дней, когда я проходил эту игру, у меня начало все лучше получаться, чем без друга. Так, здесь я, конечно же, помню. И, кстати, я буду вам показывать, где эти души, но только в другом видео.
Вот, я одну душу собрал. О, я несколько душей собрал, тихо. Несколько душей собрал. Душ. И вот. Завтра покажу место, где я не собрал, и то, что я собрал. Так, забрасываем ботинок наверх. Поднимаемся. И на. Ай. Есть. Скажем дальше. Наконец-то у меня появилось время, чтобы снять это видео. Я проходила эту игру несколько дней назад, но сняла это видео именно 25 числа. Да, я делаю видео, редактирую за один день и выкладываю сразу в тот же день, когда я снимал. Также идите на мой лайв-канал, там вы узнаете, что скоро здесь будет обновление. И почему именно сейчас эта картинка изменена. Надо себе вот так вот протаптывать. А, туда. Так, теперь, когда мы убрали капканы, убираем продолжительные капканы. Берем вот это. Убираем еще один капкан. Надеюсь, мне кажется, я помню, как я делал, лучше взять шишку. Спрыгни. Здесь же рядом с капканом нету ничего. Опа, все. И можно забираться, не беспокоясь. Так, пал палочка. Тут как-то слишком светло, мне кажется. Мне чуть потемнее. Давайте я кое-что сделаю. Вот я думаю, вот так лучше. Вот, а вот этот момент я не сильно понял. Ну что, светит на нас солнце, и что? Опа, мы пришли к домику. Пасхал как последний главе. Пошлите, может, другой возьмем. Это. Во! Тесак. Давай. Ой. Блин, капец, тесак сломался. Значит, все-таки надо только один выбор на топор. Опа, шестая. Видео. Встаем. Она наверх бежит. Что я слышу-то?
Про это никогда не слышал. Ну-ка. Так, видео опять. Здесь что? А, там еще есть проход. Наверное, ее надо позвать. Спускаемся. Что-то еще за проход. Интересненько. Это дом, кстати, охотника. Если вы не знали. Только сейчас помню. Интересно, кто такой охотник? Увидите. Да куда, блин? Мне, конечно, иногда поражаюсь, какой он такой. Пошли обратно тебе. Ой, гнонька. Давайте проходить. Отрывает кожу. Ящики.
чё? Ну то стрельну только что. Так. Сюда. Сюда. Забирайся. Заберись. Ну, понятно, он же тупой у нас. Этот. Он же с первого раза не даст пройти. Чего он на нее вот не охотится? Забери, 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 заберись. Да ты ж... Он не шел, ребят, я вам честно говорю, он не шел за доску. Не шел, почему? В смысле, я зашел за камень. Все честно. На что он мне не стреляет? Да что? Thank you.
Undertale. Так, мы прошли его. Мы застрелили этого парня. И, ребят, те, кто еще не играл в эту игру, не смотрите это. Это, можно сказать, спойлер. И проходим мы эту игру. Ну, просто так. Эта игра еще не только 9+, а еще и для мальчиков. Давайте, ребят, я продолжу, когда мы уже доедем до города. Итак, мы доплыли. Доплываем. Да, сначала мне показалось, это, что это какой-то корабль. Но правда, это город. Видите, как там гнутся дома? Чуть ли не падают. Я, конечно, хотел посмотреть, как один из этих домов бы упал в воду. Там в конце такой был пум, упала. Ой, мы в воду можем вступить. А, бежим. Так, мы уже пошли охотника. Пробегаем в какой-то дом. Идем. Избегайте, ребят, спойлеров. Сейчас сниму видео, как найти всю шляпу. Я сниму видео с остатком. Я сниму видео шляпу. Капец. Ладно.
Ой, мы появились здесь. Как повезло. Я знаю, что у нас снизу. Да куда? А, сохранил все. Ладно, я не сохраню, что это просто, чтобы время не терять, я этот момент долго прохожу. Телек врубился. Вырубился телек. Так, проходим. Школа! Вот сейчас как раз мы залезем в школу, и я вырублю видео. Ну, ой, футбол! Финальный удар! Так, ребят, наш ролик подошел к концу. Если вам понравилось это видео и как-то помогло, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Кирилл Денисов. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.